мы видели их, стоящих у обочины, оборванных, грязных, потерявших надежду людей с картонными плакатами в руках. Иногда у них есть кое-какой реквизит. Детская коляска, собака или кошка, канистра, чтобы не было так очевидно, что деньги им нужны только на выпивку. 6 лет назад, когда я, к несчастью, заехала в Салем, мне попался человек с плакатом «Нужен бензин». Рядом с ним на земле стояла красная канистра. Я не хотела обращать на него внимания, но застряла на светофоре, и мне было неловко так долго притворяться, что я его не вижу. Поэтому я вынула из кармана $2 и чуть приоткрыла окно. «Держи, приятель», — сказала я и просунула деньги в щель. И вот тогда, именно тогда я впервые увидела его лицо. Точнее, то, что от него осталось. На меня смотрел один глаз, он как будто вылезал из обугленного черепа. Меня просто охватил ужас. И тут черные кости пальцев потянулись к деньгам. Тогда я выпустила деньги и изо всех сил надавила на педаль газа, не заботясь о том, что на светофоре все еще горит красный. С тех пор я начала собирать эту легенду по крупицам. Я узнала не очень много. Контуженный ветеран войны, безработный алкоголик просил милостыню у обочины и вскоре стал привычной деталью пейзажа. Жители перестали давать ему деньги, надеясь, что он тогда переберется в большой город. В ответ он устроил одно из самых жутких представлений в истории города. Он поджег себя на центральной площади вечером в час пик. После той встречи на дороге я иногда краем глаза вижу крохотные огоньки пламени. Они исчезают, как только я поворачиваю голову, и при этом по всему телу прокатывается волна ужаса. Может, меня преследует тот несчастный призрак? Не знаю, хочет он меня проклясть или благословить, мне все равно. Я мечтаю убраться от него как можно дальше. Психбольница. Единственное место, где тебя пытают ради твоего же блага. Если опыты врачей увенчаются успехом, для них же будет лучше. Если пациент потеряет память и забудет о лечении. Готово? Расслабься, мы уже не на кладбище. Ага, мы в психушке. Намного лучше. Хотя тому, кто болтает с призраками, тут самое место. Ты пока не спятила. Идем. Ладно, я помогу тебе войти, но... Что но? Слушай, если мы собираемся спросить Айрис про договор, это должен сделать живой человек, так? Вот и не забывай, кто тебе дверь открывает, умник. Да-да. Давай, вперед. Нам нужно выяснить номер ее палаты. Привет.
Не подскажете, я ищу подругу. Сейчас неприемные часы. Да, но ее увезли копы. Ну вот к ним и иди тогда. Да, я ходила, они сказали, она может себе навредить. Не могу помочь. Ладно. Поговори с ней еще. Попробуем понять, про что она думает. И посмотрим, что у нее на столе и на мониторе. Предположительно, это мужчина крупного телосложения. Очевидно, привычный к насилию и жестокости. Его прошлое наверняка было ужасным. И именно оно в итоге привело к полной потере личностной идентификации. Сижу вот и думаю, как ты там без меня? Только ты у меня и остался. А у нее, может быть, только эта подруга осталась. Прости, я знаю, это тяжело, когда ты за кого-то в ответе. Как зовут твою подругу? Айрис Кэмпбелл. Да, твоя подруга Айрис у нас. С ней все будет хорошо. Спасибо. Большое спасибо. Подожди немного, сейчас. Мне только нужно посмотреть на монитор. Она в палате 216. Джой, нужно скорее ее найти. Ей назначили электрошок. Так, детка, путь свободен. Камера, вон там.
У Айрис через 15 минут. Шоковая терапия. Это когда по мозгам током фигачит? Вот черт. Да уж, лучше не скажешь. Пошли. Еще одна камера, отключай. Жуки ползут и ползут по стене. Никто не хочет от них избавляться. Ну и я больше не буду их давить, ведь тогда эти слепцы свяжут меня. Невероятно, они связывают меня. И почему? Просто потому, что не видят жуков. Мыши могут пролезать под дверями, забираться в трещины. Все дело в концентрации и дисциплине. Потренироваться время есть. Телевизор снова барахлит. Убили копа? Сегодня вечером? Тут нужно принять во внимание то, что отец миссис Гвин впадал в ярость, если она мешала смотреть по телевизору его любимые спортивные соревнования. Я не понимаю, как это может быть связано... Любое проявление гнева, и особенно со стороны мужчин, для нее является триггерной точкой. Я понимаю, что пациенты, а тем более те, кто заторможен действием лекарств, могут раздражать. Но, тем не менее, вы должны быть очень осторожны. Но ведь она, я даже не знаю, психованная. Да, как неожиданно. Откуда столько злобы? Это просто моя работа. Если я ему все объясню, он поймет? Хорошо, что я не его пес. Эти огни. О, боже, эти огни. Мой великий проект скоро стартует. А что, если я позаимствую вертолет
и оставлю записку. Жуки ползут и ползут по стене. Никто не хочет от них избавляться. Ну и я больше не буду их давить, ведь тогда эти слепцы свяжут меня. Невероятно, они связывают меня. И почему? Просто потому, что не видят жуков. Почему его называют антифриз, если он предотвращает перегрев? Хватит этого. Врачей зануд, таблеток, ножей. Возвращаюсь в свою хижину прямо сейчас. Уходи! А ну, уходи! Снова твой выход. Чтоб тут пройти, я должен в тебя вселиться. Неа, как я это ненавижу. Ну тогда сама иди. В смысле, без меня. Ладно. Не знаешь, что это за руки? Заблудшие души, наверное. То, во что превратились, если тут застряли. Или не двигались дальше, как ты. Нет, нет, нет! Что делать? Иди дальше. Иди в палату Айрис. Нет, нет. Давай, пойдем вместе. Джой, выбора нет. Я разыщу тебя, как только что-нибудь придумаю. Иди. Thank you.
Что это? Это вовсе не мое. Где я? Ты здесь работаешь? Прояви милосердие. Не могу помочь, прости.
Эй, Ронан, ты про меня забыл, что ли? Я нашел ее. Нужно привести сюда Джои. Мне кажется, что про нас все знают. Не, никто не знает. Ну мы же просто разговариваем, так ведь? Нет, не только. Тебе кажется, что мы невидимы, но люди-то все замечают. Только если подглядывают в окно твоей квартиры именно тогда, когда мы, ну, сама понимаешь. Тс, не говори так громко. Ты меня в краску вгоняешь. Это уже начинает меня бесить. Жаль, что он так тупит на работе. В форме она еще сексуальнее. Скорее бы смена закончилась. Хватит этого. Врачи занут, таблеток, ножей. Возвращаюсь в свою хижину. Прямо сейчас. Долгое время работал инспектором департамента здравоохранения. За свою карьеру мне довелось побывать во множестве больниц. Навидался я разного, в том числе и таких ужасных вещей, которые неведомы простому обывателю. Но никогда и ничто не сравнится с событиями, невольным свидетелем которых я стал в психиатрической больнице «Фэрхейвен». Это та, которая сейчас называется «Люкс Этерна». Я прибыл туда в 1926 году, следуя своему служебному долгу. В департамент поступали жалобы на чрезмерное количество пациентов и дурное обращение с ними. Однако репутация Фэрхейвена была запятнана задолго до того. Психиатрическая больница Фэрхейвен открылась в 1911 году. Первым ее пациентом стал очень агрессивный преступник по имени Джек Йейтс. Он должен был стать блестящим примером того, каких высот наша медицина достигла в лечении психически больных. Безусловно, опасные пациенты содержались под охраной. Но, к сожалению, это не предотвратило несчастный случай. Однажды, когда к директору больницы пришла жена, Йейтс каким-то образом вырвался на свободу и убил ее. С тех пор никто не знал, что произошло между Йейтсом и директором до моего визита. Когда я приехал, у двери меня встретил директор Уоллес Хелстед. Возможно, из-за того страшного удара, пережитого много лет назад, он выглядел таким же опустошенным и неопрятным, как и его несчастные пациенты. Инспекция началась. Во время осмотра помещения я не мог не заметить, как он нервничал, когда я проходил мимо маленького чулана для щеток. Естественно, я решил выяснить, в чем тут дело. Я приоткрыл дверь в чулан и чуть не лишился чувств, потому что из маленького закутка вырвалась такая мощная волна запаха человеческих экскрементов. Я ужаснулся тому, что увидел в тусклом свете лампочки. Истощенный человек в цепях лежал на полу на куче собственных испражнений. За много лет, проведенных без солнечного света, его кожа, волосы и глаза стали молочно-белыми. Можно сказать, что он почти уже потерял человеческий облик.
Бедняга пробыл в оковах так долго, что они вросли в его кожу. Я не сразу понял, что это подобие человека и есть Джек Йейтс. Приехала полиция, доктора Хелсада арестовали. Впервые за 15 лет врачи вывели Йейтса из крошечного чулана. На полу, там, где он лежал, навсегда остались очертания человеческого тела. Когда с несчастного попытались снять оковы, он не выдержал шока и умер на следующий день. Я видел, как замуровывают его тюрьму, и все делают вид, будто ничего особенного не произошло. Я очень надеюсь, что несчастный наконец обрел покой, ведь персонал больницы утверждает, что из-за стен до сих пор доносятся душераздирающие крики. Мы с тобой боялись электрошока, но, похоже, уже поздно. Не говори так. Ну ладно, иди попробуй вытащить что-нибудь из этой невменяемой. Я хочу помочь. Не трогай мою сестру! А, я не буду трогать. Не подходите! Опа! Нифига себе, она меня видит. Круто. А, кажется, этот знак я знаю. Я его уже видела. Где? Я не помню. Может, в мамином досье? Точно такое где-то видела. Этот означает защиту. Стой! Договор? Она все помнит. Она соображает. Извини, малышка. Может, и зря я тебя сюда привел. Что за хрень? Она меня как-то выкинула? Ладно. Посмотрим, есть ли объяснение тому, что стало с этой девочкой. Двойник. Thank you.
Зачем эти штуки? Это что, арт-терапия, а? Нет, голубые. Голубые глаза, холодные, как смерть. У кого голубые глаза? Смерть? Что еще за бред? Голубые глаза, волчьи глаза, стальной взгляд. Что происходит? Алис, беги одна. Нет, нет, беги, беги. Беги. Давай. Не трогай ее. Беги. 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 Спасла Айрис, но заплатила за это жизнью. Звонарь охотится на девушек. Ну-ну, что? Что ты видел? Бедняжка. Ее спасла сестра, когда их собирались сжечь. А вот ей она помочь не смогла. Айрис, ты в порядке? Ронан? Это Роуз. Она горит. Она вселилась. Я же сказала, не подходи! Кто ты? Я Джой. Тебе здесь нельзя оставаться. Санитары! Это все, мне конец! Ладно, возможно, Айрис это ключ ко всему, помоги ей. Она пойдет с нами. Нет, вы ее не соберете. Так, хочешь, чтобы ее били током? Она остается. Хочешь спасти ее? Уходит с нами. Выбирай. Настоящий кошмар. Никогда не привыкну к таким взглядам. Сюда, в эту арку. Там никого. Почему мои самые страшные кошмары становятся все хуже? Так, сейчас разберемся. Не думала, что вновь это увижу. Ну, что тебе известно про этот договор? Ничего. Рассказывай. Это бессмыслица. Погоди.
Значит, он просто спросил, не знаешь ли ты про какой-то договор. Он не спрашивал. Хотел, чтобы мы признались, что заключили договор с дьяволом. С дьяволом? Мы ничего ему не сделали. У него не было ни одной причины так поступать. Ни хрена себе. Одну девушку он топит, а другую сжигает. И где же я видел этот столб? Короче, смотри, отведи Айрис в церковь, убедись, что она в безопасности, потом встретимся. Ладно, пошли, Айрис. Так. И каким же образом выставка в музее связана с убийством Роуз? Thank you.